там, наверное, ад кромешный. Фрэнк! Фрэнк! А? Я говорю, там ад кромешный. Томми, ну может человек вздремнуть маленько, чтобы ты не трепался по духам. Думаешь, мы их сделаем? Да-да, все-таки будет, малыш. Сделаем, еще как сделаем. Отдыхайте, ребята. На рассвете будем двигаться. Утро доброе, майор. Части 1-й и 12-й танковой дивизии СС при поддержке полевой дивизии Люфтваффе обустроили оборонительные позиции по всему Кану. Похоже, что наши бомбы заставили фрицев лучше окопаться. Без боя Кан не падет. Третий батальон войдет в Кан и ликвидирует все позиции оси. Сражение будет нелегким. За Кан нам придется дорого заплатить. Скажите лейтенанту Теннону с ротой устроить оперативную базу в развалинах замка. Штурм Кана мы начнем отсюда. По левому флангу нас будет поддерживать рота Б. Присматривайте за ней. Так, союзнички, что ли, у нас? Ну, хорошо. Окей, помощь нам не помешает. Так, ну тут сразу у нас сопротивление. Давайте же его подавим, постараемся максимально. Стюарт в бой. Что там у нас еще есть? Ну и командос. Наша старая добрая командос. Поутюжили тут территорию серьезно, вы видите. Весьма тут все непросто происходит. Пушечку сразу же себе отхватим. Ну и пускай Стюарт там прочищает у нас проходы, чтобы не было никаких заторов. Заберем и это себе. Хорошо, сразу же оружием нас затаривают. Только осторожно с минометчиками, чтобы Стюарт не попал под эти минометы. Да и наши ребята тоже, как бы, ну, для минометчиков не должны быть предназначены. Может быть, захватите все-таки эту точку в конце концов. Ого, да, они активненько так берутся. Два миномета. Ну, давай же уничтожь хотя бы один миномет, чтобы у нас меньше было угрозы. Раздави в конце концов его. Было бы неплохо, чтобы танки, ну, хотя бы некоторые могли давить эту всю гадость. Хотя, с другой стороны, баланс будет сильно нарушился, согласен. Здесь более правильное решение, что танки не могут раздавить этих ребяток. Иначе можно было всю игру решать только таким образом. Понаделать танок, или танков или каких-то машин и давить. А, тут еще. Ну что ж. Блин. Ну посмотрите, какой ущерб они нанесли своими минометами. Серьезные. Давай, Стюартик, давай, побегай здесь по двору. Трудно вообще представить, сколько вот, ну, здесь я вижу такая интересная местность, каменистая, может быть, основание какого-то замка или каких-то старых строений. Мне трудно представить вообще, насколько много этих классных строений древности в Европе было утеряно из-за Второй мировой войны. Конечно же, восстановили многие вещи, но тем не менее, вот я знаю по тем городам, в которых я бывал, и которые тоже исполосованы были фактически Второй мировой, то, ну, за исключением, пожалуй, нескольких зданий, в которых только там, может, дыры сделали, их пообновили, остальное все весьма потеряно было. Развернуть штаб на моей позиции. Хорошо сработано, третий батальон. Перегруппироваться. Надо взять город, не сбавляя оборотов. Территория замка зачищена. Ну да, видите, я угадал замок. Да не угадал, тут и так очевидно, что это замок. Опять инструктаж. Наш обстрел превратил там все в то еще кровавое месиво. Фрицы забились по щелям, словно крысы. Разведка докладывает, что весь район кишит снайперами, пулеметами и укрытыми расчетами. Там будет мясорубка. Пока мы не обнаружим позиции оси, войти в Кан будет не так-то просто. Пусть батальон проведет в районе разведку боем. Наша цель — нейтрализовать основные оборонительные позиции и занять вот эти точки. Как только все будет готово, вызывайте истребители-бомбардировщики и вгоняйте фрицев в каменный век. До тех пор мы не можем рисковать танками королевских драгун. Такое вот кровавое утречко.
Да уж, точно, что кровавая. Там наш союзничек, нужно ему бы на поддержку прийти, но аккуратненько. Давайте сейчас тут обоснуемся. Развернуть гаубицы, обеспечить прикрытие, стрелять по необходимости. Приказы отданы, приказы приняты и будут исполнены. Напоминаю, что точки не укрепляются здесь англичанами, то есть приходится их вот такими вот штабами обслуживать, и тогда возрастает тот профит, который они приносят, все эти точки. В общем-то, у нас распоряжение пушка, пулеметы, противотанковое, вижу, оружие есть здесь, и не одно, в принципе, да, есть еще одно. Короче, можно уже идти в атаку, но в атаку идти... Ага, здесь у нас вот какой еще расклад. Нужно укрепиться, пожалуй, немного в замке, чтобы контратаки отбивать. Хотя, не знаю, в принципе, пушек хватит, пулемет у нас есть здесь. Тратить ресурсы и тратить очки личного состава тоже нет смысла. Прибыло еще что-то. Где мы его расположим? Давайте... Пока сюда посмотрим, что с этой стороны. И будем потихоньку продвигаться к этим точкам. В принципе, получается, нам нужно пока что захватить только половину карты. Не такая уж и сложная задача, с которой вполне реально справиться. И справиться не с такими уж отягчающими последствиями. Да уж, попробуйте не перебить друг друга. Техника обкатана, все уже мы знаем, что ожидать от британцев, знаем их нерасторопность, как они медленно передвигаются, ускорить их нет возможности никаких. Из этого следует что? Из этого следует то, что нужно будет выработать тактику теперь городской войны. Если раньше мы работали во многих направлениях, то есть вы видели, что мы захватывали укрепления, но не в городских условиях. Теперь же это городские условия, в которых нужно быть аккуратными. Опять же, у нас зверинец целый получается, всех отрядов, все различные виды отрядов. Мне, я даже не знаю, разделить их на двое и посылать в различные стороны, либо преобладающим огнем подавлять противника. Нужно особенно учитывать снайперов, о которых нас предупредили, чтобы к этому вопросу отнести серьезно. В общем-то, перегруппировка практически закончена. Так, ну это толпище меня не сильно прельщает. Было бы лучше иметь что-то более конкретное. Но, тем не менее, будем потихоньку толпищем продвигаться, а потом уже разделять это толпище и постараемся использовать его максимально эффективно. Давайте Стюарт на позицию, приближаемся туда, мы создали то, что нам нужно. Самого главного командира. И этот командир дает нам возможность создавать кое-что другое, то есть вызывать другие командные пункты, которые в свою очередь дадут нам возможность получить в свое распоряжение танки получше, чем Стюарты, потому что Стюарты молодцы, но Стюарты есть Стюарты, короче. Конечно же, тут есть пушки наверняка на улицах города. Без них никак не обойдется, поэтому вперед давайте пошлем пехоту. А с этими что? С этими, пожалуй, я даже не знаю. Ну, давайте. Давайте сюда поставим минометчиков. Как раз тут такая позиция, которая обстреливает окружающую обстановку. Вполне так хорошо захватывает окружающую область. Здесь у нас... Ага, вы видите, как интересно, тоже время нужно, не сразу оно призывается, а время нужно на то, чтобы призвать командный пункт. Ну, логично, закономерно, конечно же, это я кеплю, но, тем не менее, мне просто интересно, что делать с остальными, с оставшимися. Я бы хотел их пополнить, но пока что что-то не вижу такой возможности, нужно подвести, наверное, ближе. Ну, давайте сейчас разберемся с тем, что у нас есть, потихонечку их распихаем по заданным пунктам. Ага, здесь пулеметчики как раз. Ну, мне кажется, вполне для пулеметчиков сойдет применять, например, миномет. Я надеюсь, наши не будут мазать. Ну, конечно же, мажут они. От чего это зависит? Да, зависит, наверное, от того, что они британцы, и поэтому такие мазилы.
Mozilla Firefox просто. Кромвель или командный танк Кромвель улучшает вблизи себя эффективность юнитов. Давайте обыкновенный Кромвель, потому что командный танк Кромвель хорошо, но толку от него, мне кажется, никакого. То есть стрелять он не может, поэтому уж будем разбираться тем, что более эффективно действует. Эффективность-то эффективностью. Это, конечно же, хорошо, но здесь такой, видите, позиционный бой. Постепенно придется... О, хорошо, попали, я вижу. Молодцы, минометчики тоже пользу приносят. Не только просто простаивают и зря промахиваются. Все? Нет, не все. Ну, конечно же, надо им еще пару разков долбануть туда, чтобы что-то было путнее вышло. Так, ну и апгрейды. Апгрейды тоже для штабов делаю. На всякий случай, мало ли, пригодятся. Я не знаю, что там дальше, нам какие приказы будут, может быть, перебираться в другую область. Поэтому время на все влияет, и поэтому ко всему нужно быть готовыми. Этих ребяток можно и пополнить. Так смущают всегда вот эти вот сеточные, проволочные прорывы. Все? Пулеметная точка обезврежена. Окей, давайте же захватим. Ой, что-то так в горле запершило. Давайте же захватим этот пулемет. Заберем его себе и, конечно же, точку тоже. Честно говоря, такая британская нерасторопность, она повлияла на меня. Как-то вообще вся вот эта британская компания, она меня немножечко, ну не то что смущает. О, блин, пушки. И что? Тоже здесь отделение врага. Какая гадость, вы представляете, у этих пушек всегда отличный такой... Ого, еще и с той стороны, это что там, миномет что ли стоял? Ясно, так просто не получится, нужно будет позиционную войну вести и особо туда, конечно же, на пушки не кинешь танки. Может быть, я зря опасаюсь, может быть, более-менее еще пройдет все окей, но я не знаю, если там может быть в другом конце какая-то пушка. А это очень-очень плохо. Но все же я попробую, потому что стоять на одном месте с этой... Вы видели, как они стрельнули бочком? Это нечестно, друзья, нужно хоть как-то разворачиваться в сторону танка, прежде чем стрелять. Вот гадость, ну, понятно, противостояние танка и пушки. Ну, ху-ху-ху-ху. Да, закончилось успешно для нашего Кромвеля. А ну-ка, ребятки, чего вы тут простаиваете? Давайте почините наш танк. Уничтожьте здесь немчуру. И давайте какой-то другой квартал освоим. Захватим точку в первую очередь, конечно же, точку. У нас с ресурсами вообще беда. Смотрите, бензина вообще нет, и поэтому это почти что первая наша необходимость. Однако будем следовать плану, бензин потихоньку капает, и у нас в распоряжении есть определенные войска, которые помогают нам продвигаться. И все же. Ну давайте же добивать, уже осталось и мало и от дома от этого. Сейчас он завалится, все. Готово. Теперь потихонечку можно дальше двигаться, починить Кромвель и двигаться дальше. Короче, набор тот же самый стандартный, я так вижу. Пушки, пушки и пушки нас окружают со всех сторон. И, конечно же, пехоту валят немецкие минометы и вообще немецкие отделения. Весьма они серьезно за это дело берутся всегда и охраняют неплохо. Ого, здесь серьезная заваруха. Вы смотрите, что происходит. Это наших месяц и месяц. Мы должны были, по идее, к ним на помощь прийти очень быстро. Но мы продвигаемся медленно из-за осторожности, потому что потерять свои юниты я всегда успею. В этом проблем не будет. Тем не менее, у нас в распоряжении еще одна пушечка. Ну да, я понял. Так, уже команда была отдана такая давно. Что ж, давайте разведочку проведем небольшую. Ну, давайте доремонтируем этот Кромвель в конце-то концов. Как-то техники, видите, съезжают с тем. Они чуть-чуть подремонтировали и потом перестают ремонтировать. Не могу понять, от чего это зависит. Офигенно! Конечно же, миномет. Конечно же, миномет. Но где этот миномет бьет? Откуда? С нашей высоты нет. И откуда? Вроде зона видимости хорошая. И мы никак не можем засечь этот миномет. Что с ним делать, я прямо не знаю, как поступать.
Ах да, и наши рассказы. Ну, технику британскую, по сути, мы практически всю обсудили. Говорили о бронемашинах. Пума там сбоку увидели. Это опасная штука, там только Кромвель поможет. Потому что Стюарта раскатают быстренько. Однако, есть такая плохая фишка, как миномет. И этот миномет нужно обезвредить как можно быстрее. Иначе он способен нам большие неприятности принести. Во, хорошо, Кромвель, еще давай пару раз, и все, и пума скончается успешно. Как-то не знаю. А, есть, хорошо, пошло дело. Давай, еще, вот минометик, видно миномет как раз обустроился здесь. Ай, да что ж ты промахнулся, что ж ты такой мазила? Вот больше всего меня смущает... Еще раз промахнулся? Да что это за бред такой? Надо дальше его отвезти, а то он никак не может попасть. Наконец-то. Не прошло и полнедели. С минометом, я думаю, Кромвель в состоянии будет разобраться. Теперь можем туда перебраться и занять точку. Отлично. Вот это уже совсем другой распорядок дня. Снайперов я как-то не вижу, но врага достаточно. Не сказать, чтобы они сильно сопротивлялись. Не сказать, что у них... какой-то там супер-пупер эффект, то есть буквально каждый дом занят, с каждого дома они по нам стреляют, и плюс снайперы. Я не вижу до сих пор действительно снайперов, нас предупреждали, но не вижу. Может быть, для того, чтобы раскачаться, нам дан какой-то лимит, но мы уже близко очень к этим контрольным основным точкам, поэтому стоит задуматься над тем, почему сопротивление не таково, как нам описали, может быть, на следующем этапе. Посмотрим. Так, а чё это? Где наши союзники? Мы чё, их не спасли, получается? Зачем вот эти вот команды? Я и так знаю, что уничтожить нужно пулеметный расчет. А что с врагами делать? Беседовать мило, что ли? Или может сесть с ними чашечку чая попить? Или отпраздновать там Новый год или Рождество, как праздновали Первую мировую войну на Западном фронте? Сели немцы с союзниками и праздновали. Ну, союзниками с англичанами, по-моему, они конкретно праздновали там. Или с французами даже. И с французами, и с англичанами вроде бы. А потом на следующий день пришлось воевать. В общем, такие истории с давнего времени. Кстати, блин, ну, по Первой мировой войне, походу, дело игрушек таких особых нет, чтобы мы о ней говорили как-то серьезно. Придется куда-то ее втюхивать в момент, может быть, тому времени, когда мы доберемся до Первой мировой войны. Ну, в смысле, по рассказу, уже выйдет... какая-то действительно, хотя вряд ли, все же не такая уж популярная тема. Хотя Первую и Вторую мировую войну, как мы уже неоднократно говорили, разрывно считать не стоит. Это одна и та же фактически война, которая имела перерыв 20 лет. И после этого перерыва с новыми силами противники включились в взаимное уничтожение. Хотя... с обновленными, можно сказать, некоторыми даже мотивами, потому что СССР, то есть, скажем так, идеология полностью поменялась, затем в Германии тоже самое, идеология полностью поменялась, радикализировались, скажем так, идеологии, и отсюда мы видим изменения, соответственно, накала противостояния. Если в Первой мировой войне больше человечного, ну как на примере этих праздников и так далее, за редкими исключениями, конечно, использования различного иприта и других вещей античеловеческих, то во Второй мировой войне уже такая тотальнейшая мясорубка, что и представить себе трудно. Вот как влияют идеологии. Но в то же самое время именно Вторая мировая война дала нам полностью военпром, который до сих пор еще фактически сказать, что поднялся на уровень выше прошлого, не скажешь. Скотиноподобные мерзкие отродья, надо запомнить. Серьезная заявка. Окей, мы продвинулись, несколько точек захватили, так мы до наших союзников еще толком не добрались. Однако меня интересует больше всего пополнение этих отрядов и переход к следующей стадии. Тут у нас как-то все зависло. Хорошо, мы получили артиллерийский бонус, способность наносить удар. Я не вижу, кстати, этой способности, что-то. Получили, а что-то мы ее не получили. А, мы не могли ее получить, потому что... Ну ладно, хорошо. Будем ждать, когда у нас наберется очков.
Короче, ладно, что-то я не знаю, не понял я с этими бонусами. В смысле, с умениями, с различными, с артиллерийским огнем. Здесь одна пехота, слабое сопротивление. Может быть, там, на точках, на тех, которые нам непосредственно нужно захватить, будет что-то посерьезнее. Но пока, как такового серьезного боя я и не встречал толком. Это такая больше действительно позиционная война, в которой мы можем лишь потихонечку, здание за зданием, отвоевывать. Парашютисты спасены. Окей, там осталось их бедных. О, нам дали бонус за это, спасибо. Черчилль-крокодил нам дали. Это что значит Черчилль-крокодил? Что он тоже с огнеметом? Я помню Шерман. Крокодил тоже с огнеметом. Это как... Почему не Феникс, например, назвали? Кстати, надо будет разузнать, почему именно крокодилами называли этих огнеметных танков. Все же как-то непонятно, как крокодил связан с огнем. Дэнди крокодил. Окей. Наши войска здесь, я просто хотел обновить, что-то они не хотят ничего делать, поэтому отправляем их назад дальше. Тем более, что у нас фактически скоро будет достигнут лимит юнитов. Хотя, насколько я вижу, подкрепление, наверное, приходит в зависимости от этого лимита юнитов. То есть это такой бонус, а может быть они не приходят, если достигнут лимит определенных юнитов. Хотя нет, приходят. Не раз я это наблюдал, так что не буду в этом ошибаться. Очевидно, что приходят. Поэтому в наших же интересах... Ну, да он сам горит. Чё ты горишь? А, это не он горит. Там местность горит, которую он поливает огнем. Это у нас вполне... А вот и снайперы, которые нам обещали. Так что все правильно оказывается. А крокодильчик отлично работает. Получше всех остальных танков. Вот это с пехотой действительно хорошее отношение он имеет. Смотрите, и снайпера сразу же завалил с первого выстрела. А вот это уже нехорошо. Я сомневаюсь, что огнеметчики здесь могут что-то против панциров четвертых сделать. Поэтому давайте-ка назад отступать потихоньку. Хотя, как мы отступим, мы... Ого, еще один панцер четвертый. Друзья, давайте. А он, этот Шерман, между прочим, крокодил, в отличие от... Вернее, Черчилль крокодил, в отличие от Шермана крокодила. Он может и стрелять из пушки одновременно, насколько я вижу. Потому что Шерман не мог. Шерман просто поливал огнем, и все, у него заменено было полностью орудие на огнемет. Окей. Блин, ну как же ж ему вот эти вот засады, они препятствуют нормально отчитаться. Так, а пехота отсиживается. Вы, конечно, молодцы, ребята, но давайте как-то в бой. Я берегу их, но все же. Захватите из... Да зачем это напоминание, я так и не могу понять. Я и так знаю, что их захватить. Как раз мы возле одной из таких контрольных точек добиваем вражеские танки. Сейчас Кромвеля еще подгоним. Давай, ну что ж ты такой мазила? Все, орудие уничтожено, пусть в принципе ездит. Ничего страшного не произойдет, если он будет тут разгуливать. Отлично, и теперь мы уже подобрались непосредственно к этой точке, она наша. Наконец-то. А вот с этой стороны немцы стараются контратаковать. Нехорошо, я как-то вообще начал через другое место. То есть, видите, пошел таким бочком и потом направился в эту сторону. Но у вас никаких шансов явно нет. Давайте еще Стюарт добавим. Пускай поиграется с ними. Все, точка наша. Да, миллиметровое орудие. Вообще вот на танках. Вы видите, да, на Стюарте какое стоит. На Черчиллях тоже слабенькие такие стоят. Хотя по своему весу и по своей массе я никак не могу понять. Ну, Челленджер, вы помните, мы говорили про Челленджер, на который пытались поставить 76 тоже миллиметровую эту пушку. Однако, ввиду своих ходовых таких плохих качеств, я не могу понять, почему этого с самого начала не сделали.
по всей видимости, ну то есть с самого начала войны, в принципе, у них и Черчилля дофига было, и кабины Черчилля, и вообще и громаднейшая масса, может быть, их сложно было переделать, ввиду того, что, очевидно, броня тяжелая, броня 15 приблизительно было сантиметров, да, 15 сантиметров было, и ввиду всех этих особенностей, наверное, что-то какие-то были сложности. Потому что, как мы рассуждали, уже Шерманом были те сложности, что орудие, то есть для отката не было места в башне. Но тут очевидно, что для отката есть это место. Вы посмотрите, какая громадная штука. Однако еще очень большую роль играет боезаряд, то есть возможность хранить боеприпасы. Ведь запас огня очень важная вещь. На поле боя нигде не пополнишь этих боеприпасов. Это у нас здесь оно бесконечно. Хотя, в принципе, на каждый бой мы не тратим больше, чем стандартный боезапас танков. Потому что он варьировался от 50 до 150 где-то боезарядов. Ну, смотря каких снарядов, какие пушки использовались. Ну, где-то вот так вмещалось в кабину. Ну, и вообще на сам корпус танка всей этой вещицы. И таким образом вот на 50 или либо от 50 до 150 выстрелов хватало. Так, мы заняли еще одну точку, разогнали противника. Он здесь пытался что-то против нас сделать с помощью пушек. Давайте, однако, ускорим все эти вещи, потому что мы как-то пассивненько занялись. Это британская... Ага, реактивные минометы. А вот это очень плохая штука. Они нам не нужны. Уничтожьте реактивные минометы. Ну, дружище, давай-давай, поближе подъезжай. Давай, Кромвель, работай с минометами, с реактивными... Ого! Работай-то работай, а что там такое интересное? Что нам мешает нам? Давайте направим Стюарта, может быть... Хотя... 150-миллиметровые, видите, минометы. Но минометы, правда, это одно дело. Хотя, как одно дело? В принципе, реактивные. Вот в чем их особенность и в чем их преимущество. Короче, не добили мы этот миномет... Давайте перестроимся, а потом уже возьмемся за это дело. Основательно все будем делать, не спешить, потому что часто на картах вы видите, что миссия заканчивается раньше, чем я хочу. То есть фактически я не достигаю некоторых целей, не зная, когда именно должна закончиться эта миссия. То есть вот как-то здесь все-таки этот момент сделан неявно. И поэтому не удается найти тех самых снайперов или кого-то там. Правда, на карте мы их так и не видели, если бы даже искали, наверное, не нашли. Но все-таки, может быть, где-то на конце карты или в каком-то особом строении они застряли, которые мы не смогли исследовать. И поэтому вот эти вот медали теряем. Хочется, конечно же, их не терять, но, в принципе, я бы не сказал, что ради медали воюю. Для меня самое главное, интересно, хорошо и даже быстро пройти миссию. Если я буду по карте распыляться, искать везде вот эти вот дополнительные награды, то тогда прохождение будет длиться не 45 минут, час, а будет длиться все 2 часа. Чего бы, конечно же, не хотелось. Не вам, моим зрителям, но и мне тоже, в принципе, очевидно, бессмысленно. Ого, а тут у нас 88-е стоят. Вы смотрите, а ну вниз-вниз давайте. Я надеюсь, сверху они там не достанут. Какая гадость, как мы завязались. Вы смотрите, как они здесь хорошо разместились. Еще и с панцершреками. Не дело, не дело. Давайте что-то, кто-то, чтобы мог ремонтировать. Это что тут происходит, дружище? Ну как ты тут появился? На тебя вообще не реагируют. Вот гадина. Стреляют, расстреляют наших техников и наш... Черчилль спокойно себе, а реакция с нашей стороны нулевая реакция. Ну давайте уже, сколько можно с этим бункером разбираться? Прижатый огнем? Откуда вы прижатый огнем? Здесь вроде бы все окей. Да вас же не достает кто такой, надеюсь, пулеметный. А им все равно страшно. Ну что ты скажешь? Ну что эти за бриты? Они вообще вне зоны досягаемости огня, а они себе лежат прижатый огнем. Ладно, я тут ничего не поделаю, если халявчики... То что же им ничем не поможешь.
Так. А вот видите, что и происходит. Вот такие вот делишки. Очень сильно все-таки эта британская атмосфера влияет. Она меня практически расслабляет. Я такой, можно сказать, почти полусонный. С этой стороны, между прочим, игра действительно сделана хорошо. О-о-о. Откуда и кто, самое интересное? Да я надеюсь, не наши минометы помогли. М88 не могла достать, мы ниже находимся, чем укрепление, поэтому они не могли перестрелить. Значит, как-то перестрельнули. Чё это такое летает по карте? Гадость какая-то творится, в общем-то. Но атмосферность, вот каждая компания, она действительно отличается друг от друга. То есть коренное отличие заметно. Потому что во многих стратегиях, те, которые не вышли... Ого! Опять же, стоит, не реагирует никак спокойно. Два снайпера, ничего себе! А тут с панцершреком, и там что-то? Да ёж ты моё, что вы тут заладили? Да... Печалька реально, но я надеюсь, ты сможешь доехать. Расстреляли всю мою пехоту. Смотрите, разогнали нас вообще. Черчилль, не Черчилль, разогнали нас запросто. Нужно было там какое-то укрепление построить. Я забываю постоянно о том, что англичане все-таки мастера этого дела. Так, Стюарта туда, значит, посылаем. Хватит ребятам здесь. Ну, правда, они не прохлаждаются. Они охраняют точку, так что вполне себе... оправданным делом занимаются. Однако, терять здесь точку, это не камильфо. Блин, потеряли, ну собака. А кто же ее захватывал? Блин, последний панцершрекер. Этот дурак бегал, когда мы его там не расстреляли, что ли. А кто там стреляет? Снайпер, что ли? Наконец-то, ну. Бредятина какая. Один панцершрекер разогнал у нас всю тут группировку. Ну, с двумя снайперами. И все же, танки, друзья, это же танки. Что же вы не могли там продержаться с танками? Ладно, подойдем посерьезней к данному вопросу. Да и вообще, что его, я не знаю. Опять же, это какая-то нерассудительность, прохладительность. Стюарт сделал то, что Черчилль не мог никак сделать. Еще и с двумя отделениями пехоты. Ничего они не могли сделать. Да исправьте уже ему двигатель, пускай ездит нормально. То он калика какой-то. А, еще пару моментов, да, которые мы говорили о танках. То есть, раз уж, мне кажется, здесь еще пару рывков, и мы продолжим, перейдем в следующую стадию. То есть, я так понимаю, дальше будем атаковать Кан. То на этой стадии, не касаясь других важных тем, можно закончить вот с тем, как танки, какую судьбу прошли во Второй мировой войне. Мы говорили, да, у каждого вида противников. У всех сторон какие были направления в отношении развития танковых войск. Однако еще очень важным было развитие тактики. У немцев была тактика Блицкрига, то есть использование быстрых танковых отделений для мгновенного окружения и уничтожения, ну по типу котлов, в которых фактически армии перемалывались, либо уничтожались, либо огромными массами брались в плен. И именно они показали, что эта тактика очень эффективно действует. То есть чистое использование танковых корпусов, танковых соединений весьма положительно сказывается на исходе дела. Другие же войска, в частности Советы и союзники, они использовали чуть-чуть другие тактики, все развивали, но Блицкриг, именно эта тактика оказалась наиболее успешной и наиболее эффективной. Наиболее выработанным, можно сказать, несмотря на то, что сломал Блицкриг зубы на советские войска, тем не менее, все же немцы показали, что в этом отношении они лучше всех умеют командовать танковыми соединениями. Помните и бой под Дубно, где с большим преимуществом на стороне Советов, тем не менее, они проиграли. Ну, проиграли, конечно же, из-за глупого командования.
Хотя и про немцев можно то же самое сказать, что они по сути терпели большинство своих поражений именно из-за командования, которое настаивало на постоянных контратаках. Вот такая вот общая армейская ошибка, вместо того, чтобы подойти и перегруппироваться, командование постоянно посылало в бой уставшие, выдохшиеся отделения. Однако проблема в чем? В том, что на поле боя не так уж легко сориентироваться, стоит ли рваться вперед, либо же подождать и перегруппироваться. Что касается быстрого удара, который поглощает силы свои же собственные, и затем удар захлебывается, то неизвестно, что хуже. Возможно, что иногда, если перегруппировывается какая-то сторона, как раз другая сторона получает преимущество в нападении. И в принципе не раз это доказывалось. Поэтому именно такую ошибку допускать для командующих было свойственно больше всего. И именно она способствовала проигрышам. Тем не менее, это ошибка из разряда таких, знаете, объективных. То есть реально возможных ошибок, которые можно списать опять же на трудности боя. То есть здесь уж ты не предугадаешь. Здесь, если разведка работает плохо, если она не может толком все карты выложить на стол противника, то трудно оценить опять же возможности и потенциал противника перейти в наступление. Соответственно, то же самое происходило во время Второй мировой войны. Поэтому все пенять на командующих, что мол они не правы, мол они глупы. Единственное, это были, конечно, глупые решения верховных главнокомандующих, это Гитлера и Сталина, когда вместо того, чтобы перегруппироваться, они жали и жали до конца. И в результате терпели поражение многократно. Именно таких глупых решений. Так что такое. Ну, как говорилось, бошки растут в жопе внутрь, стороной внутрь. Хотя снова же трудно сказать, что в этих ситуациях было бы лучше. Возможно, именно такая тактика. С одной стороны, понятное дело, что громадное количество жизней занимает любая такая тактика жестокая на протяжении войны. Но с другой стороны, это была война на взаимное уничтожение. И если судить чисто с точки зрения не гуманизма, а чисто с точки зрения военной эффективности, то большинство решений все-таки были оправданы в той или иной мере. Да, поактивнее пошло дело, а то мы что-то уже заскучали. Хорошо, последнюю точку они защищают сурово. Вы смотрите, как грызлись просто в землю. Тем не менее, я танков не вижу. Там были хоть панциры, а здесь нету танков. Может быть, стоило начинать здесь, с этой стороны. Пока у нас была еще только одна пехота без танков. Мы бы уже успели закончить тут все. Блин, а там снайпер валит. Нет, не снайпер, там еще что-то пушка какая-то стоит. Снайпер бы так, Кромвелю бы, не смог причинить серьезный ущерб настолько. Ну, наконец-то мы приобрели там ползущие. Где эти все способности? Я не могу понять. Ну, где они, блин? Я их приобретаю. Где эти способности? Да что за бред? Раньше они высвечивались, вы не видели, в той боковой панели. Где теперь эти способности? Я как будто работаю вхолостую. Бред какой-то. Ладно, будем работать с тем, что есть. У нас есть Кромвели, у нас есть Черчилли. И поэтому вся надежда только на них. Ну уже. Я надеюсь, вы втроем сможете завалить этого панцера. Так. Еще пару залпов и все. И с ним будет покончено. Да, замечательно. Еще, друзья. Давайте. Конечно, понимаю, что вы... О, хорошо. А вот это уже совсем другое дело. 15 опыта. Я заметил одну такую фишку, что от снайпера дается 10 опыта. От панцера 4-го 15 опыта. Видите, разница не сильно большая, не сильно критическая. Поэтому... Ого. А тут панцершреками нас вдавили в грязь просто-напросто. Вы смотрите, чем они там занимаются. Ё-моё. Друзья, ну неужели еще и пулеметчики не попадают вообще никак? Потому что... Там какое-то осталось мусорное заграждение. Офигеть просто. Так. Да один уже остался, но замочите его. Ну сколько же можно? Два пулеметчика не могут покончить с этой пехотой. Да бункер, успокойте вы этот уже бункер. Поближе подвинься. И сделай ему козью морду, покажи. Хорошо, эта точка защищена. Так, осталось взять эту точку и, пожалуй, еще
вот этот, да, сектор. Но пока давайте возьмем эту точку, а потом обратимся туда. Все равно пол карты. Это у нас еще, ого, эта миссия затянется у нас. Атакуя все, мы, конечно же, здесь растянем надолго. Уже сколько времени прошло, мы тут мешкали туда-сюда. Ходили, в принципе, сопротивление серьезное, ну, более-менее. Ну, и учитывая еще нерасторопность британских войск, все эти проблемы возникают. Однако у нас еще бункеры, бункеры, с которыми стоит разбираться. Давайте хотя бы с точками покончим, и там уже будем идти в наступление. Вызвать бомбардировщики? Ага, окей. Сейчас вызовем бомбардировщики. То есть, я так понимаю, это вместо тех бонусов, которые нам не давались нифига, у нас есть теперь бонус, возможность получать серьезный удар. Ну, Кромвель пускай еще делается, потому что бомбардировщики бомбардировщиками, но у меня такое предчувствие, что ничего там серьезного не смогут сделать. Покромсают немного противника, как те ударные валы, которые у нас были на высоте 112. Да что ж вы, ну ё-моё, только я хотел... Пускай там бомбардировщики нанесут серьезный удар. Так, ну кто-то туда отправляйтесь, ну пожалуйста, друзья, не простаивайте, вперед-вперед. Вперед, друзья. Да что же это такое с этой ключевой точкой? Нужно отобрать ее. Так, нужно отступать, потому что бомбардировщики, я вижу, здесь очень близко по позициям работают. Ого, тут серьезная армада целая летит. Ничего себе, они постоянно прилетают и прилетают. Вот это вещица. Было бы в распоряжении в нашем постоянно такая штука. Ну, само собой нет, конечно же. Ага, еще один реактивный миномет, сейчас мы его уничтожим. Сейчас только от панцершрекеров нужно избавиться. Есть, готово. Ого, с этой стороны еще панцершрекер. И там нам 88-я бьет. Нужно такое общее вторжение. Сейчас немного перегруппируемся, отремонтируем технику. И тогда продолжим. Мы потеряли объект. Вернуть его. Да, перехватить его назад, друзья. Возвращаемся, его перехватим. Перехватываем. Давайте активненько работать, потому что еще и эту точку перехватить еще не хватало. Нет. Ну, давайте же уничтожьте здесь все сопротивление. Красотища, как они разносят врага. Сейчас еще пехоту сюда подвести, забрать себе точку, потом забрать ту контрольную точку, которая за бензин отвечает. И можно продолжать наступление. Хорошо. Перегруппируемся сейчас и продолжим наше наступление. Одна из задач, по крайней мере, выполнена. Теперь можно уже что-то подумать. На пол карты закончена миссия. Вы что, издеваетесь? Знак отличия. Уничтожьте реактивные минометы. Да что за бред? Ну опять вот это та же самая штука. Я понял.